Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп», меня зовут Антонина Сатарова. И я расскажу, какие советы дают нам звезды в этот день. Овен. Прежде чем покупать что-то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит. Телец. Намерения ваши прекрасные, но время для их осуществления сегодня, если не худшее, то достаточно неудачное, чтобы отложить эту затею. Только не забывайте о ней совсем, жалко, если пропадет такое начинание. Близнецы. Практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям, не говоря уже о желаниях. Но опускать руки не следует, к вечеру может оказаться, что так даже лучше. Рак. Что-то должно произойти. Ваша задача – быть в курсе событий, тогда вам не придется жалеть об упущенных возможностях. Не уходите далеко от телефона и почаще проверяйте почтовый ящик. Лев. Окружающие слишком скоры на высказывание оценки тем или иным вашим действиям, поэтому можно не слишком на них ориентироваться. Какая вам разница, что говорят другие? Вы-то уверены, что делаете все именно так, как надо? Дева. Вы, возможно, станете свидетелем некоторого события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-то впечатлениями. Весы. Ваше настроение и самочувствие будет находиться в большей зависимости от окружающих, чем обычно. Если вас не встречают с распростертыми объятиями, лучше удалитесь сразу, дабы не мучиться головной болью впоследствии. Скорпион. Удачный день, хотя с первого взгляда и не скажешь. На вас лежит ответственная миссия – объяснить это окружающим, не дав им впасть в состояние легкой депрессии. Стрелец. Вы можете совершить маленькое чудо, надо только очень захотеть, только не надо под ним подписываться. Это сведет на нет всю прелесть содеянного. Козерог. Веселенький, кажется, будет денек, особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не залезть с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они так редко смеются. Водолей. Вас может обуять соблазн удовлетворить свое любопытство не совсем достойным способом. Подобные желания надобно душить в зародыше. Как знать, может, кто-то другой в это время подглядывает в замочную скважину за вами. Рыбы. Любое неверное ваше движение немедленно будет замечено. Ваше окружение будет настроено весьма агрессивно. Постарайтесь быть тише воды, ниже травы.